Так, всем привет. Какой-то пух налип. Всем привет, меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра. Сегодняшнее видео посвящено пигментации, моей борьбе с пигментацией. Много, очень много у меня запросов, и в Инстаграм до сих пор приходят письма. Чуть ли не каждый день девочки спрашивают, что мне в итоге помогло, чем я пользуюсь до сих пор или ничем не пользуюсь, какой SPF, какой уход, хожу ли я там на те процедуры, которые я делала ранее и так далее. Во-первых, прежде чем, если вот вы первый раз зашли на это видео и вы страдаете гиперпигментацией на лице, для начала посмотрите мои предыдущие видео о борьбе с пигментацией. Там я рассказываю про процедуры, про лазер, про уколы, мезотерапии, биоревитализации, про PRXT процедуру. В общем, все, что я использовала до сегодняшнего момента, посмотрите, чтобы мне не повторяться по 100-500 раз. Но сейчас я вам хочу рассказать об уходе, который просто перевернул мое представление о пигментации, который мне очень сильно помог. Действительно, и вы вот сейчас, я вышла из душа, на мне вообще нет ничего, абсолютно никакого средства, ни грамма, ни крема, ничего такого. Волосы еще мокрые, можете видеть. Я специально ничего не наносила, потому что хочу нанести перед вами и показать, как я это все использую. В общем, наткнулась я на косметику BioNike. И еще раз хочу сказать, что это видео не спонсировано. Все продукты, которые я буду вам сегодня показывать, я покупала за свои собственные деньги. Я считаю, что это важно сказать. Но даже если бы оно и было спонсировано, я бы вам никогда не показывала то, что мне самой не нравится. Но в этом случае нет. Это все мои собственные приобретения, собственная находка. Как это случилось? Я пошла в аптеку уже летом в отчаянии, потому что 3 месяца назад я... Мы купили дачу, и, ну, мы не 3 месяца назад купили дачу, но, в общем, летом, и, естественно, стали больше ходить на пляж, больше ходить на солнце, и я, несмотря на то, что пользуюсь SPF, и у меня все мои тональные кремы с SPF, в общем, я постоянно ношу защиту, хожу в огромной шляпе, но если вы следите за мной на Инстаграм, то вы знаете, потому что там я постоянно постила фотографии с такой огромной широкополой шляпой. И несмотря на это, я заметила, как мое лицо стало ухудшаться. То есть все мои процедуры, весь этот лазер, все эти уколы, которые я делала зимой, которые очень хорошо помогли. Об уколах и обо всем у меня есть уже отдельные видео. Вот, и я думаю, блин, ну что такое? И летом нельзя делать лазер, летом лучше не делать уколы. И я просто расстроилась, потому что я поняла, что опять мое лицо стало выглядеть отвратительно. Все вот эти мои проблемные зоны на лбу, под глазами... Все это потемнело, стало таким серо-коричневым, некрасивым. В общем, я очень сильно расстраивалась, я опять стала комплексовать по этому поводу. И просто вот зашла наобум в аптеку и спросила, есть ли у них что-то от пигментации. И мне посоветовала девочка линейку. Она говорит, вот у нас есть специальная линейка для кожи с гиперпигментацией. И показала мне линейку BioNike. Честно говоря, я не питала вообще никаких надежд, потому что я уже столько всего перепробовала, уже столько денег вбухала во все это, и вот все эти, знаете, там типа отбеливание в домашних условиях, там маска из сметаны, маска из куркумы, лимон, это все не работает. Может быть, у тех, у кого там совсем поверхностные пятнышки, это может как-то помочь, но у тех, у кого такие застоялые пигментные пятна, никакая ромашка, никакой этот самый, никакой кефир, сметана, молоко, огурец, там, я не знаю, ничего это не работает, это все полная фигня. Ну, по крайней мере, на мне это не работало. Я уже, честно говоря, не верила. Но подумала, ну чем черт не шутит, тем более, что косметика не такая дорогая. Я подумала, ладно, окей, давайте попробуем. И я купила целую линейку. Значит, вот такая вот линейка. Я оставлю ссылочки на официальный сайт, хотя я вот покупаю на Златы и в аптеке просто. Называется Be Lucent. Это итальянская косметика, BioNike. У них очень много различных линеек. У них гипоаллергенная косметика. Для меня это очень было важно, потому что после родов у меня началась страшнейшая аллергия на запахи, на ту всю прежнюю косметику, которую я пользовалась ранее. И поэтому для меня это был неимоверный бонус, что эта косметика гипоаллергенная. И я купила себе целую линейку, начиная с такого вот концентрата.
Это ночной концентрат, опять-таки, если хотите почитать, углубиться, заходите по ссылочкам, посмотрите, что это за продукт. Это ночной вечерний концентрат, который нужно наносить вечером перед тем, как вы идете спать. И вообще всю эту линейку можно использовать как летом, так и, в общем, в любое время года. Также я купила себе, естественно, UV-защиту, тоже из этой же серии, Defense Be Lucent для кожи, склонной к гиперпигментации, это SPF 50. От него блестит лицо, я не могу сказать, что самый лучший SPF, блестит лицо, но хорошо защищает. Также вот такой вот крем. Ну, в общем, давайте все по порядку. Я сейчас нанесу, так как сейчас у нас уже вечер. Ну, еще не так поздно, но, в принципе, уже вечер. Нанесу вот этот вот концентрат. Буквально два этих самых, два пшика. И я вот так вот размазываю просто по чистому лицу. Ничего у меня не нанесено, никакой сыворотки, никакого другого крема. Просто я наношу вот этот вот вечерний концентрат. И вы знаете, кожа немножечко как бы стягивается. Такое приятное ощущение. Вот ощущение того, что вот продукт реально работает. Я не знаю, как это объяснить. Но, в общем, его нужно наносить на все лицо. Также на шею, если у вас есть на шее пигментация. У меня на шее пигментации нет, поэтому мне его не нужно наносить на шею. Я наношу только на лицо. И так как он гипоаллергенный, он не вызывает мне никакой аллергической реакции. Для меня это неимоверный бонус, потому что даже вот SPF, дорогущий я покупала там и за 40, и за 50 евро, но они были с каким-то запахом, который мне не подходил. В общем, я наношу... Сейчас опять кто скажет, зачем ты так втираешь в кожу? Ну, как вот хочу, так и втираю. В общем, видите, кожа так немножко становится такая более блестящая. Сейчас сделаю еще один небольшой, буквально вот такую каплюшечку. Много не надо, потому что можно переборщить. Там в каждом вот этом тюбике есть подробная инструкция, описание, как нужно использовать все эти продукты. В общем, это такой вечерний концентрат. Пользуюсь я, это уже мой второй тюбик, то есть я пользуюсь этой косметикой уже третий месяц. И когда я закончу вот этот тюбик, я сделаю перерыв, потому что там написано, что нельзя пользоваться постоянно, дабы кожа не привыкла. Нужно делать небольшой перерыв. Дальше у меня есть... Где он? Вот он. Вот такая вот штучка тоже из этой же серии Bionike Be Lucent Drop On Focus. Это, если вот этот выравнивает мелазму, то есть он направлен именно на то, чтобы выровнять мелазму или хлоазму. Это то, что вот у меня вот эти образования под глазами. Вы посмотрите, как моя кожа стала выглядеть, ну, намного лучше. То есть я сейчас не использую никаких фильтров, ничего. То есть это вот просто, реально я снимаю на телефон, вы видите, как моя кожа выглядит без ничего, без ретуши, без всего. Вот этот конкретный Be Lucent, его нужно наносить точечно. И он наносится на пигментные пятна. То есть, если этот наносится на все лицо, потому что он борется с мелазмой, то этот наносится на пигментные пятнышки таким вот точечным движением. Мое самое проблемное пигментное пятно, оно как было, так оно и осталось, находится вот здесь. И я сейчас как бы мне... Давайте, во, видите? Я наношу на него. И надо чуть-чуть размазать. Она такая гелеобразная. Гелеобразная консистенция. Также у меня здесь чуть-чуть есть пигментация. Я наношу чуть-чуть сюда и размазываю. Я не могу сказать, что вот этот... Я его, кстати, начала использовать буквально только вторую неделю сейчас, потому что я боялась все-таки летом его использовать, так как там концентрация активных ингредиентов более большая, поэтому я вот начала только вторую неделю. Я не могу сказать, что он прям офигенно классно работает, но вроде бы это пятно стало чуть-чуть посветлее, вроде бы оно стало чуть-чуть получше. Про это я действительно могу сказать, что классная вещь, вот этот вот ночной концентрат. Даже мой муж сказал, что видно, что моя кожа стала лучше выглядеть. И она даже не просто вот в плане пигментации стала лучше выглядеть, она вообще стала лучше выглядеть просто в целом. Дальше. Перед тем, как я наношу свой утренний уход, я купила вот такой вот пилинг. Это все одна и та же линейка. И как я прочитала на сайте, лучше всего использовать продукты одной линейки. К сожалению, в аптеке у нас это этот гель, то есть не гель, это умывалка такая, это кремовая умывалка, она у нас не продавалась.
Это я заказала на Амазоне. В принципе, было достаточно сложно мне найти, но я заказала на английском Амазоне, и мне пришло в Латвию в течение недели. Это такая кремообразная субстанция, и она белого цвета с маленькими мелкодисперсными частичками. На коже она ощущается очень приятно. Она такая густая, видите, как паста. Ее надо наносить утром. Вся инструкция подробно написана, все, как использовать продукты в тюбике. В общем, вы ее наносите на влажное лицо перед вашей там утренней рутиной, наносите на лицо такими вот круговыми движениями, потом смываете. Кожа на самом деле очень приятная, очень бархатистая. Действительно хорошая вещь. И опять-таки, еще раз повторю, вся эта продукция гипоаллергенная. Вот, жалко, что нельзя было достать в аптеке у нас этот пилинг, так как он все-таки принадлежит к этой во всей линейке. Ой, линейке 4 продукта. Вот, 4 продукта. Еще раз повторюсь, все куплено за свои деньги. Также тут написано, что после использования вот этого, значит, концентрата необходимо нанести на лицо очень жирный крем, потому что все-таки он может подсушивать кожу. Я решила купить тоже из BioNike. Это уже другая серия. Это увлажняющий крем. Называется он Defense Hydra. Hydra 5 Opt Hydra. В общем, это супер-мега увлажняющий крем для Nourishing Moisturizing. Да. Ну, в общем, он ухаживающий и увлажняющий крем для Dry and very dry. Для сухой и очень сухой кожи. Это у меня уже вторая баночка. И, во-первых, у меня кожа сама по себе не сухая. Она нормальная и склонная к сухости в холодное время года. И вот, ну, когда этот отопительный сезон начинается, тогда да, она больше становится склонной к сухости. Но этот крем я бы даже с удовольствием использовала просто зимой, как увлажняющий крем. Так вот, после нанесения вот этого концентрата, так как он все-таки подсушивает кожу, необходимо нанести любой увлажняющий и питательный крем. А этот крем именно таким и является. Здесь 50 мл. Стоит он, по-моему, 24 евро. Также он является гипоаллергенным. И, кстати, я даже купила себе, после того, как я обрадовалась, как хорошо мне подошла эта косметика, я даже купила себе декоративную косметику BioNike. И у меня есть отдельное видео, посвященное декоративной косметике, где мы делали с вами вместе распаковку. Я вам показывала свой заказ. Мне там не все продукты понравились. Но понравилась очень сильно тушь и понравился карандаш. И тушью и карандашом от BioNike я до сих пор пользуюсь, потому что мне, вот как аллергичной женщине, после родов теперь только так. И, значит, да, нужно нанести крем. То есть я жду всегда обычно минут 5, может быть, даже иногда 10, когда этот концентрат и вот этот вот drop-on focus, такая вот точечная борьба с пигментными пятнами, когда это все впитается в кожу, чтобы не размазывать это все, чтобы усилить действие, и потом я наношу сверху вот этот крем. В принципе, как я и сказала, даже, ну, в принципе, говорить ничего не надо, вы можете посмотреть, как моя кожа выглядит сейчас. Я, конечно, все-таки еще, наверное, хочу сходить сделать биоревитализацию, чтобы это все закрепить, но, наверное, сделаю это попозже чуть-чуть у моего косметолога. Кстати, еще раз хочу напомнить, что если вы хотите узнать контакты моего косметолога, пишите мне на email. Я всем, кто интересовался, всем, кто спрашивал, всем давала контакты. Она замечательная, она очень большой профессионал и действительно классная. И все девочки, кто к ней пошел по моей наводке, меня потом благодарили и до сих пор благодарят. Вот. Действительно классная вещь. То есть действительно работает. И в принципе, если сравнивать по цене, если говорить, что одна процедура лазера мне обошла в 200 евро, да, то есть две процедуры это уже 400 евро, а мне необходимо было сделать 5 процедур, то есть 1000 евро можно отдать просто так на процедуры. Это, конечно, гораздо дешевле, и это реально работает. Особенно присмотритесь, девочки, у кого мелазма, у кого хлоазма. Наношу вот такой вот бальзам для губ от корейской косметики, корейского бренда Mizon, там SPF 10. Мне он очень нравится, потому что он неимоверно классно смотрится на губах. Он такой, знаете, как прям... как будто увеличивает губы тем, кто хочет такой эффект увеличения губ. Очень советую. Кстати, сегодня я разыгрывала в Инстаграме Beauty Box корейской косметики. Девочка выиграла. Так что я была очень рада. Конкурс неделя у меня проходил. Все прошло очень хорошо. Видите, какие губки красивые смотрятся. Очень приятно он ощущается на губах. И... увлажняет и питает. В общем, действительно
классная вещь. Ну, давайте сейчас напоследок я нанесу крем. Всем, кто борется с пигментацией, я надеюсь, это видео окажется полезным, потому что, ну, я вас понимаю, ребят. Ребята, девушки, ну, в основном, наверное, тут не ребята, потому что пигментация на лице в основном случается, к сожалению, у девушек. И у меня, как вы знаете, после родов это была вообще проблема номер один. Я очень сильно переживала по этому поводу. Но вот сейчас, благодаря этой косметике, я прям, знаете, воспряла духом. Прям воспряла духом. Вот такой вот крем. Он достаточно жирненький. В принципе, его хватает действительно надолго. Ничего не могу сказать. То есть... Он вообще все, что вот эта вот вся эта продукция, она действительно стоит своих денег. Действительно стоит своих денег. То есть, если говорить обо мне, то я довольно просто как слон. И да, нужно обязательно нанести, прям просится, ваша кожа прям попросит увлажнение после вот этого концентрата, потому что, ну, надо. Надо увлажнить, потому что кожа прям такая, типа, говорит, увлажни меня. Но вот это вот мой такой уход. Больше, в принципе, вот это моя скорее будет вечерняя рутина, да, утром я пользуюсь вот этим вот гель-пилинг, легкий day peel из этой же линеечки, да, который такой кремовый. А вечером я наношу концентрат, я наношу вот этот вот drop-on-focus точечно на пигментные пятна и сверху закрепляю это все увлажняющим и питательным кремом. И вот так вот я довольна как слон. Довольна как слон. Конечно же, летом, ну и зимой, когда солнце, я обязательно ношу SPF. Потому что, ну, без SPF вообще никуда. Я даже где-то прочитала, что даже дома нужно наносить SPF. Особенно, если ты находишься где-то рядом с окном. В общем, где... Хотя я раньше была уверена, что через окно не проходит ультрафиолет. Но я тут столько всего начиталась. И некоторые пишут, что... даже через окно, через стекло может проходить ультрафиолет. Ну, в общем, я не знаю, так это или нет, но я считаю, что лучше перестраховаться, чем недостраховаться. И я наношу даже дома иногда, когда я нахожусь, SPF, но особенно в летнее время. Так что да, спасибо вам большое всем, кто посмотрел это видео. Я еще раз хочу надеюсь, что оно было вам полезным. Надеюсь, что я кому-то смогла помочь, дать наводку. Потому что, как я уже сказала, мне эта вещь действительно очень и очень помогла и помогает. Дальше, когда у меня будет перерыв, я не знаю, чем я буду пользоваться. Я уже боюсь, потому что тюбик подходит к концу, но... Дальше посмотрим. Обязательно вам расскажу, какой у меня будет следующий уход. Спасибо, что посмотрели. Смотрите мои остальные видео про пигментацию обязательно, потому что все ответы на ваши вопросы именно в тех видео. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, всего самого хорошего, здоровья вам, вашим близким, вашим родным, вашим любимым. Позитивного, хорошего дня. Спасибо, что посмотрели это видео. И, как обычно, конечно же, мы с вами увидимся очень и очень скоро в следующих видео. Пока!